Пресвято-Троицкой Сергиевой лавре уже более 5 лет открыта мастерская «Троицкий дом ремесел», работающая с паломниками и гостями обители в формате мастер-классов по храмовым и русским народным ремеслам. Предстоящей зимой 2020-2021 годов двери Троицкого дома ремесел открыты ежедневно с 10:00 до 17:00. С темами мастер-классов можно познакомиться на странице Свято-Троицкой лавры ВКонтакте. Паломников и любителей позаниматься творчеством ждут по адресу: Московская область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 127-Б. При выходе из центральных ворот лавры нужно повернуть направо и по дорожке так спуститься вниз, обогнув обитель и дойдя до вывески «Мастер-классы». Мастер-классы выполняются на пожертвование. Более подробную информацию можно узнать, позвонив в мастерскую по телефону +7 985 967 65 15.